Всем привет, друзья, ребята, с вами Юранка, и сегодня хотел рассказать вам о том, как можно играть по сети в Counter-Strike 1.6. Как-то раз этот вопрос задал один из моих зрителей, и я решил вам сегодня об этом поведать. Как я уже говорил ранее, что принцип игры по сети на любых абсолютно играх, что будь Half-Life, будь Counter-Strike, ничем друг от дружки не отличается, потому что игра работает на одинаковом движке Source или Gold Source, и принцип подключения всегда один и тот же. Но все-таки сугубо индивидуально можно все-таки показать и рассмотреть каждую игру, если все-таки кому-то это интересно. Ну что ж, итак, что нам с вами сегодня понадобится, это первое, обязательно наличие, соответственно, в Counter-Strike. Есть два варианта, лицензия или не лицензия. Если вы желаете купить лицензию, понимая, что сейчас санкции в России, да, купить игру очень тяжело, то по ссылке в описании под видео можно либо на Steam Buy, либо на Платимаркете приобрести дешевую лицензионную игру Counter-Strike, полную лицензию, и играть, соответственно, с любыми другими игроками по всему интернету. Второй вариант — это найти, соответственно, не лицензию вам и вашим друзьям, потому что рассматривать мы вариант сегодня будем того, как играть не по интернету, а именно по сети, то есть LAN, Local Array Network, локальная сеть. Также, что нам с вами может понадобиться, если вы хотите играть по интернету, да, но на нелицензии, вам понадобится найти сборку No Steam. Но искать вам придется игру так или иначе самостоятельно, потому что есть правила YouTube, которые запрещают, соответственно, размещение такого рода контента. Поэтому в данном случае, ребятушки, уж простите, но ссылки на нее, на эту игру не будет. Итак, выяснили, купили, не купили, где-то скачали. Если вы скачали, то обязательно, чтобы у вас, у ваших друзей полностью сборки были одинаковые. Если хотите играть с модами, с картами, с текстурами, все это нужно, чтобы у ваших друзей также стояло. Также вместе с этим, что хотел бы я вам сказать. Это нам понадобится обязательно первый вариант, либо дополнительно приложение Radmin VPN, самый лучший вариант это он, либо Logmin Hamachi, либо еще есть такая программа как PLAN, но я ее не использовал, тоже аналог. Почему рекомендую Radmin VPN? В отличие от Hamachi, здесь не требуется первая регистрация. Второе, здесь на количество людей в одной комнате нет ограничений. То есть в данном случае здесь, как в Radmin VPN ограничения нет, то в Hamachi у нас с вами максимум на бесплатном аккаунте может находиться 5 человек в одной комнате. Здесь сколько угодно. Скачали все вместе Radmin VPN, соответственно, игру. Radmin VPN можно скачать с сайта vpn.net или vpn.com. По-моему, официальный сайт сразу же выдается в поисковой выдаче, не ошибетесь там. Все установили полностью, и теперь вы решаете, у кого лучше всего работает интернет. У кого лучше всего из вас работает интернет, из всех, тот будет создавать сеть. Нажимает «Создать сеть». Соответственно, здесь вводит имя сети, пароль, подтверждает пароль. Если будет написано, что такое имя сети уже занято, в таком случае просто введите другое имя сети. После этого все ваши друзья подключаются к вам к одной сети, нажимая «Сеть» также и «Присоединиться к сети», вводя имя сети, пароль и нажимают «Присоединиться». После этого вы все вместе оказываетесь в одной сети. Вот по такому принципу вы будете здесь все друг дружку видеть. Те, кто подключены, у них будут такие полосочки, желательно, чтобы их было 4. Но не менее 3, потому что иначе скорость соединения будет вообще ужасная. Также, помимо этого, у нас с вами те, кто будут не в сети, у них будут серенькие полосочки с таким вот крестиком на конце. Будет написано «не в сети». Как понять, какой у вас пинг, направляйте друг на дружку просто мышку и видите количество миллисекунд. Чем их меньше, тем лучше. То есть здесь не большее количество означает, что соединение лучше, а меньшее количество означает, что соединение быстрее работает. Может быть, вариант будет написан TCP dropout, либо же вариант это UDP dropnut. Здесь у кого-то, вот как вы видите, 3 миллисекунды задержка, у кого-то 42 миллисекунды. Также зависит от расстояния до ваших друзей, у кого, до кого какое расстояние, такая скорость соединения у нас с вами будет. Значит, смотрите, прежде чем запускать игру, рекомендую кое-что сделать. Прежде чем вы это будете делать, выяснить, кто из вас будет создавать игру. То есть, например, там Саша, Вася, Петя, тетя Мотя, дядя Вася и так далее. Все вместе собрались. Также здесь вы можете поменять ники. Если вы желаете, правой кнопкой мыши нажать «Изменить имя» и поменять имя в своей сети, чтобы вам было проще ориентироваться и друг друга видеть в сети и определять. Значит, решили, например, я буду создавать сервер, да, игру. В данном случае все мои друзья, кто меня здесь видит, значит, справа от меня увидит мой IP-адрес. Он будет написан. Нажимает на команду «Копировать IP-адрес». Собственно, и копируете все IP-шники мой для того, чтобы ко мне коннектиться. Прежде чем запускать игру, еще кое-что необходимо сделать. Это проверить соединение между всеми участниками сети. Все друг на дружку, нажимаете правую кнопку мыши, нажимаете «Пинг». У нас с вами откроется вот такое вот консольное окно. Здесь мы видим с вами обмен пакетами с
пост 32 байтами данных, ответ от, число байт, время и TTL. У вас так же, как и у меня, должны появляться строчки. Надписи здесь будут другие, соответственно, IP-адрес, число байт может быть другое. Если у вас не появляется таких же строчек, как у меня, и написано будет время ожидания истекло, это значит, что соединение работает некорректно. Первое, возможно, ваш провайдер блокирует доступ к сети, в данном случае это админ VPN, либо ваш роутер блокирует соединение. Либо третий вариант, у вас блокирует соединение, возможно, ваш брандмауэр. Здесь уже вам придется самостоятельно выяснять. Надеюсь, что у вас все так же, как у меня, также появляются вот такие вот столбцы с ответами. Если же этого не происходит, в таком случае вам понадобится использовать аналоговое любое приложение, Hamachi или ему какое-то подобное. Также, помимо этого, боты в комплекте вместе с лицензией в Steam не идут. Какие есть три варианта ботов? Первый – это Z-Bots. Оригинальные, официальные валовские боты, которых можно найти в интернете. Ставятся они в папку с игрой, и у вас добавятся боты. Второй вариант – есть боты KSDM, что означает сокращенно Counter-Strike Dismatch. Рекомендуют их, они очень лютые. И вообще просто невероятно круто играют. То есть там, ну говорят, до уровня реальных игроков можно строить. И третий – это подбот. Также не менее известные по CS 1.5, все, кто играли. Ну что ж, в принципе, все настроили. Теперь что мы с вами можем сделать, это запустить нашу с вами игру. Скопировали наш IP-шник того человека, который будет создавать сервер. Попадаем с вами в главное меню игры. За моей головой, к сожалению, сейчас не видно надписи «Новая игра», «Найти серверы» и «Настройки». Можно прежде всего открыть настройки. Здесь вы все друг другу сами можете задать ники, которые вы желаете. То есть вот имя игрока сюда, например, там, пускай будет Юранка, почему он сбрасывается, не знаю, да, но и наплевать, ничего страшного. Значит, следующий у нас с вами идет момент. Это настройки клавиатуры, мыши, аудио. Если кто-то из вас желает, есть возможность также здесь настроить качество звука, соответственно, видео. Если у вас лицензия, у вас будет столько же много параметров. Если у вас не лицензия, скорее всего, всего этого может здесь не быть. То есть в данном случае рекомендую поставить OpenGL. Максимально можно выставить разрешение, режим дисплей, широкоэкранный, соответственно. Enable HD Models, if available, то есть можно включить HD модели, если актуально. Также можно включить кастомный контент с аддонами. Если у вас какие-то стоят кастомные моды, то в таком случае у вас, у ваших друзей, то можно здесь также галочку на это поставить. Также включить голос в игре, можно усиление микрофона, настроить замок контента, не соответствующего контента младшим игрокам, если это кому-то нужно. Настроить можно логотип, размер перекрестия, если нужно, и цвета, ну, в общем, все вы здесь поняли. В разделе расширено, здесь также мы с вами можем здесь включить автоматическую помощь. Так, снимки, это нам не нужно. Смотрите, что есть в разделе клавиатуры, у нас с вами здесь, возможно, будет это... консоль. В моем случае консоль открывается на букву Ё. Это является одним из таких не менее ключевых моментов, потому что мы будем подключаться с вами при помощи нее. Значит, смотрите, что мы с вами сейчас сделаем. Кто-то из вас теперь создает игру. Рекомендую создавать сервер тому человеку, у которого интернет работает более стабильно. В данном случае, если вы ставили Z-ботов, так называется Z-бот по-английски, то у вас здесь появится надпись «Легкий, средний и высокий уровень сложности». То есть то, чтобы можно было добавить ботов в игру. Они автоматически добавляются вот в это вот окно «Создать сервер». В разделе «Игра» можно настроить максимальное количество игроков, пароль, но это не нужно, потому что играем по сети. Имя сервера, если кому-то необходимо. Также «Win Limit», то есть это лимит на количество раундов для победы, количество лимит раундов, если кому-то это необходимо. Также количество времени минут на одной, для игры на одной карте, соответственно, время на один раунд в минутах. Заморозка времени 6 секунд, это, как я понимаю, до начала раунда, соответственно, время закупки минуты, да, сколько можно времени дать, чтобы можно было закупаться. Количество денег, начальное, starting money, слышать шаги, то есть можно выключить шаги, и тогда не будет слышно, что кто-то шагает вообще. Абсолютно, это чисто для кемперов, да, такая тема. Чтобы все друг дружку боялись ходить, что никто никого не будет слышать. Выключить камеру смерти, повреждения от своих, так называемый friendly fire, если нужен. Убить tickers on next round, kick eaters and tickers. Я не помню, кто такие tickers, ребят, поэтому простите, пожалуйста. И если вам нужен фонарик, можно hello flashlight, можно включить фонарик. По умолчанию он выключен. Значит, что у нас с вами идет дальше? Мы с вами нажимаем, соответственно, начало. Если вы поставили ботов, то, повторюсь, здесь, возможно, у вас будут точки, где можно будет сразу поставить ботов.
Значит, смотрите, у нас с вами происходит запуск локального игрового сервера. Сейчас вашим друзьям нужно подключаться к вам. Каким образом? Мы выбрали с вами карту, необходимую в моем случае, она выбралась автоматически. Называется она у нас с вами... Я не помню, как она называется. Ага, все, понял. Значит, у нас с вами карта. Смотрите, что теперь мы с вами делаем. Вы зашли в игру, теперь нужно добавить ботов. Если вы каких-то ботов специально сугубо индивидуально ставили, то, возможно, вам понадобится прописать команду bot add. Вот так, если они у вас с вами есть. Также, смотрите, как теперь подключаться вашим друзьям. Соответственно, они находятся в главном меню. Сейчас и нажимают на кнопочку «Найти серверы». У них открывается вот такая консоль, и здесь у них будет один сервер в разделе «Локальная сеть». Это, соответственно, ваш сервер, к которому они могут подключиться. Нажимают кнопочку «Обновить», и здесь появится ваш сервер. Соответственно, они на нем увидят пинг, карту, наименование и количество игроков. Ага, у меня сейчас, я как вижу, на стороннем окне, на соседнем здесь не отображается этого консольного окна, поэтому в данном случае ориентироваться придется самостоятельно. Либо вкладка у вас будет «Локальная сеть», либо у вас вкладка здесь будет LAN называться. То есть вы должны будете увидеть сервер своего друга, нажимаете «Refresh», либо же кнопочку «Обновить» и, соответственно, нажимаете «Подключиться». Ага, у меня почему-то установка соединения с сервером сейчас пишет. На экране сейчас отображение происходит другое. Сейчас вы, Витан, на экране видите просто открытую консоль. Ваши друзья должны будут законнектиться к вам. У меня почему-то оказалось так, что у меня вообще зависло окно с игрой на месте. Давай попробуем. Попробуем еще разок развернуть игру. Проблема, в общем, оказалась. Значит, смотрите, ваши друзья, вы оказываетесь в игре. Если они не могут подключиться к вам через раздел «Найти серверы», вот здесь посредством локальной сети, вот так вот должен отображаться сервак, нажимают «Обновить», не появился сервер, то подключение делают они путем консоли. Каким же образом? Вы сейчас находитесь в игре. Сейчас ваши друзья видят вот это меню, то, что сейчас вижу лично я. Они пытаются законнектиться к вашему серваку. В данном случае что им понадобится? Смотрите. Значит, это тот айпишник, который у нас с вами до этого был. Я напоминаю, мы его с вами в Redmini VPN, либо логмин в Хамаче скопировали или переписали на бумажку нашего друга, который создал игру. Мы прописываем следующее. Connect, пробел и, соответственно, Ctrl-V нажимаем и вставляем сюда IP-адрес. Либо просто прописываем вручную. Нажимаете «Отправить». Если у вас установка сетевого соединения с сервером пишет такую надпись, соединение не происходит, попытка соединения с сервером, в таком случае вы нажимаете еще раз, прописываете двоеточие и прописываете 27015. В данном случае, то есть по такому принципу, ваш друг, который создал сервер, может открыть консоль и обратить внимание на вот такую надпись в конце, где должно быть написано «Клиент 27005», либо же, например, сервер IP-адрес, и у него прописано в конце будет вот такое вот значение. Вот это. Это у нас с вами наш так называемый порт, да, который используется игрой, 27015 порт. По такому же принципу можно сделать, прописать «Connect» еще раз. Вашим друзьям, которые к вам будут подключаться, вводят вот таким вот образом. В данном случае у вас другие будут IP-адреса. Возможно, такой же будет у вас этот порт. Нажимаем «Отправить» еще раз. Если еще раз у вас опять не происходит подключение, ваш друг, который создал сервер... Давайте еще разок. Ваш друг, который создал сервер, проделывает следующее. Ваш друг, который создал сервак, прописывает «SV», нижнее подчеркивание, «LAN», пробел 0. Вот так. Теперь ваши друзья еще раз нажимают на надпись «Найти серверы» в разделе «Локальная сеть», пробуют обнаружить ваш сервак, нажимают кнопочку «Обновить», если он не появился. Если они найдут ваш сервер, нажимают на него дважды и подключаются к нему. Либо вариант, если здесь сервера не отображаются, ваши друзья по такому же принципу открывают консоль на ее, по такому же принципу вновь еще раз прописывают «Connect», пробел, прописывают ваш IP-адрес, нажимают «Отправить». Если это опять не срабатывает, то подписывают в конце двоеточие и, соответственно, прописывают сервер IP-адрес. В конце у него вот такой вот IP-шник 27015. Пытаться подключиться посредством ввода вот этого IP-адреса по типу 192.168.197.1 или какое-то подобное бесполезно, вы так законнектиться не сможете. То есть в данном случае приходится скрещивать, то есть соединять. IP-шник прописывается виртуальный от Redmini, либо Хамачи,
того человека, к которому коннектитесь. И второе, это вы прописываете порт в конце 27015. Коннект должен заработать в данном случае. То есть команда SVLA 0 также является ключевой, потому что без нее, возможно, законнектиться не получится. Вот и все. А потом ходите, бегайте, играйте и наслаждайтесь игрой. А на этом, ребятушки, пока что все. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. И рассказать друзьям, с вами был Ширанко. Спасибо за внимание. До новых встреч, не переключайтесь, скоруйте. И пока-пока, ребятушки.